Здравствуйте, друзья! Решили мы сегодня прийти на болото, ловят карасика. Но везде столько народу, а в толпу лезть неохота. Поэтому мы решили, вот здесь вот сейчас там просветик есть небольшой. Почистим вот это все, взяли ножовочку, ножик с собой. Вот эти деревья сейчас мы все немножечко так подпилим. Даже не немножечко, а множечко. Чтобы они нам не мешались. Что-то мелко я вот ножичком подрезаю, конечно. Вот так вот. И сейчас все это оттащим. И какие-то вот такие веточки. Потом ложим подрезать. И такие вот, конечно, тяжелочки. Вот так. Место освободил. Немножечко вот эти веточки сверху сейчас подпилим. Ну и начнем рыбачить. С собой только опарыш, поэтому попробуем на опарыша. Надеюсь, хоть один карасик клюнет. Было бы приятно. Давайте посмотрим, что из этого получится. И как мы вычистим место, мы, конечно же, тоже вам покажем. Ну вот, друзья, вот такое мы себе оборудовали место. Это все почистили. Если я отойду... И вот здесь все почистили. Тут заход. Кидать неудобно, конечно. Все заросло. Прогал очень маленький и заросший. На глубину не отпускается, вот цепляется кругом трава. Конечно, надо залазить, чистить. Но вода еще холодная, чтобы лезть в нее. Как бы не сильно охота. А правильно, конечно, залезть, раздеться, залезть и почистить. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Пришлось сделать маленькую глубину и сразу поклевки, смотрите, друзья. Сразу сверху клюет кто-то. Снимаем сейчас с двух камер. Давайте я обойду, я в качестве оператора сегодня участвую. Вот поснимать. Так прибавлю. Интересно, какого размера карасики? Если это карасик, конечно. Может, ротан. Вот как поклевывает. Тин-тирин, тин-тирин. Вот, так сказать, мелочишка. Мелочишка клюет. Это уже радует. Конечно, надо прикармливать. У нас это так, спонтанный выезд, разведка. Но посмотрим. Может, хоть одного карасика поймаем, значит, можно сюда ехать рыбачить. Но место, конечно, надо готовить, чистить обязательно, желательно. Вот эту траву, которая там нам сейчас мешается. На середине видно, рыба плещется. Чайки не зря вот тут летают. Болото недалеко от Волги. Поэтому чайки рядом. О, повела, повела. Эх, сошла. Это был крупный карась, друзья.
Вот, друзья, пришлось нам поменять место. Неудобно немножко. Клюет мельки. Мы их так называем с детства. Как рыбка по-настоящему называется, даже не знаю. Но живет всю жизнь на этом болоте. И вот мы теперь хотим попробовать в другом месте. Среди веток, среди кустов таких. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. А там люди уже купаются. Открыт пляжный сезон. Ну, на болоте вода тепленькая, конечно же. Ну вот, друзья, снова новое место. Есть поклевочки. Что-то там клюет. Саша, друг. Собак гоняет. Вот он. Да там такой. Опять отменек. Отпускаем. А попался у нас такой, такой карасик. Ножок, чтобы чистить берег. Вот такой минячек. Нравится мне, не жирный. И вот такой карасик. Ну, поменьше ладошки, конечно же. Такой. Сантиметров 12. Ну что ж, во-во-во, есть поклевка. Вот он, вот он. Вот он попер. Давайте посмотрим на него. Вот он, я спускаюсь уже. Пошла рыбалка. Ай, сам чуть не упал. Гнездёрочка, его отпускаем. Ну что же, друзья, рыбалка на карася открыта. Вот такой карасик нам попался. А теперь отцепляем его и ловим следующего. Ну что ж, я считаю, замечательная рыбалка. Пятерочку оставлю здесь, а то она стояла наверху. И вот следующий заброс. Снимаю пока на телефон. Долго ждать? Нет. Ждать долго не приходится. Кто-то там клюет. Мимо. Еще один заброс. Опять поклевка. Вот он, привет, смотрите, друзья. Эх, вот это крупняк. Это еще тот парень, конечно, мы его отпустим. И ротанчик попался. Тоже из нас любит больше ротана. Конечно. Сейчас. Что ж, поймал протона, мы передаем большой привет Антону с канала Рыбалка Пстова. Самому сильному любителю ротана. Антон, мы с тобой поддерживаем тебя. Когда ловим ротана, сразу вспоминаем про тебя. А сами ставим сюда экшн-камеру куда-нибудь. Ну, еще полчаса до заката у нас есть. Ну вот, друзья, открытие охоты, хотел сказать. Открытие рыбалки на карася все-таки открыто. Начал он тихонько брать. Нам это очень понравилось. Попадаются меньки. Очень много. Ротанчики. Ну и пару карасиков. Вот таких замечательных попалось. Открытие состоялось. Можно идти за карасем, прикармливать место, ловить. Я думаю, все будет замечательно, друзья. Так что на рыбалку за карасем можно выходить и в средней полосе России. На вот таких вот болотах. Так что, друзья, всех приглашаю на канал, на рыбалку, на охоту. И не забываем про коп, друзья. Удачи всем, пока!